В центре Архангельска медведь напал на человека. Инцидент произошел в конце прошлой недели. Рано утром в полицию поступила информация, что на территории города появился медведь. Экипаж ГИБДД обнаружил животное и последовал за ним, параллельно предупреждая горожан по громкоговорителю об опасности. Несмотря на это, один из мужчин пытался запечатлеть зверя на камеру мобильного телефона и поплатился за это. Медведь напал на горе-папарацци. Сотрудникам полиции пришлось сначала выстрелить в воздух, чтобы спугнуть хищника, а затем и обезвредить его. Напомним, случаи выхода косолапых к людям в этом году фиксируют во всех регионах северо-запада. В Коми уже дважды принималось решение об отстреле медведей, которые выходили слишком близко к людям. Правда, в обоих случаях хищников удавалось отогнать, и они оставались живы.